ось українці як вата українська обхитрила і обіграла саму руську уську народну казку. А золотої рибки, тобто ота вата старуха, проруха, которая должна сидеть с разбитым корытом, потому что оно, вот это все, непотреб этот сучий, вымогал постоянно от Украины. Что она мне дала? Дайте мне, дайте. Один говорит, что он с ДНР республики, по украинскому паспорту сидя в Германии, получая 500 евро, ойло, на месяц. Вот этот ватник, сепарюга, родители которого вражку свалили. А оно сидит в Германии, получает 500 на рыло бы. Говорит, что он с республики ЛДНР. Второй говорит, что мне Украина дала. Типа, кроме паспорта, по которому оно сейчас, вот это достояние, блин, получает евро. Или, блин, эти болгарские, блин, с Пододесской области, вот эти этнические болгарские, блин. Я люблю СССР. И котрі його пропов вміють по-українську розмовляти. Вони кажуть, що я ненавиджу вас, нацистів, всіх там фашистів, цих бандерівців, блин. Дайте мені 40 тисяч на лічення мужу. Що мені Україна дала? Нічого. Валіть в Болгарію не хоче, блин. Вражку валіть не хоче. Слабоумне працює в теплицях, блин, в Польщі. Бригадами цілими, тими ватними. І от ця вся старуха, срань, которая приглашала узкий мир, вместо разбитого корыта просыпается в двух-трех или какой-то еще там комнатной, чуть ли не хоромы для них, это хоромы. В Німеччині, в Германии им дали квартиры, дали бабки, все бесплатно. Живите, живи не хочу, бухай не хочу. Просыпается, где похмелиться, где порадоваться и вместе посмотреть российские сериальчики. Вот представляете, вот где Достоевский ваш, суки? Где преступление наказания, сука? Загадили Украину, приглашали узкий мир, а теперь свалили от этого узкого мира в Германию, блядь. Вместо того, чтобы встать на площади и кричать, давайте нас бомбите, блядь. Нет, они в Германии бухают под российские сериальчики, блядь. В новых помешканиях. В то время, когда бойцы украинские на фронте, на передке, за них проливают кровь. Сидят в российских казематах, где их пытают, голодом морят. А эта срань, которая приглашала врага в Украину, сейчас в Германии сидит в двух-трехкомнатных квартирах, собирается тут, блин, вечеринки, барбекю. Я уже не дождусь, когда же наступит чонес вохененде, конец недели, чтобы повеселиться с друзьями, сходить в бассейн, поплавать. А вы там проливайте кровь. А мы приедем и будем во власти. Потому что я работал там при власти. Жопу лизали, блин, этим Януковичем и быдли этой уркагановской. И все. Вот вам пример из простой нашей обыденной, слабоумной, недоразвитой, недокультурной, Савка, жизни.